большое Алматинское озеро. Оказывается, сюда платный въезд, национальный парк или что-то, заповедник какой-то. 440 рублей этих тенге с человека. Получается меньше 100 рублей с человека. Дают чек. Но так как у чувака не было сдачи, поэтому удивительное дело, он нам дал. Короче, мы ему должны еще 80 тенге. Поэтому так вот. Как-то так. Дороги за пределами Алматы, ну, так себе, честно говоря, не очень хорошие. Вот эта дорога прям хорошая, по сравнению с тем, по которой мы ехали. Горы, конечно, офигенно красивые, да и вообще тут довольно-таки колоритно и красиво. Что будет на озере, посмотрим дальше. Красивое озеро. Большое Алматинское. Наверное, солнечная погода еще лучше.